На Актюбинском заводе проводятся противоэпидемические мероприятия. Мы выставили санитарные посты на всех контрольно-пропускных пунктах, оборудованы тепловизорами стационарными, сделана линейная разметка, люди соблюдают дистанцию установленную. В столовых установлен график приема пищи, прям буквально по часам все расписано, поэтому какая-либо скученность исключена. Также там выставлены санитарные посты, есть барьеры. Проводим сплошную дезинфекцию всех прилегающих территорий. Обязательно дезинфекция автобусов. Все лица с высокой температурой немедленно изолируются. Для этого у нас выделены помещения, оборудованы алгоритмы действий, схема оповещения. Все отработано и доведено до каждого сотрудника.